Собака загнала кошку на дерево. Кисонька. Страшная собака, да? Гоняет леопарда. Леопарда Ди Каприо. Леопарда. Сегодня в кадре у нас приглашенная звезда. Здравствуйте. Буся, какая красивая береза. В каких мы новых местах с тобой гуляем, да? Ой-ой-ой. Ой. Даже вообще не знаю, в какую сторону полететь. Во все бы, да, сразу? Да, бля, 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 бля. Папа снимает, он замедленно съемку снимает. Сегодня такая хорошая красота. Небо голубое. Тепло. Но без слякоти. Прелесть. Чисто. На видео непонятно, насколько крутая эта гора. Кажется, что идем по пологому склону, а задыхаемся как-то. Как курильщики. Как курильщики. Заядлые вообще. Приличная щель. Интересно, конечно, интересно, надо кого затолкать во все страны. Наоми Кэмпбелл пошла по подиуму. Ноги попереломать. Я в фильмах всегда думала, там типа, река бежит и дерево через шею там взял и перешел. Я понимаю, что это страшно. Нет, вперед. Давай, давай, давай. Как я буду забираться? Ага. Нет, надо, ты ж меня снимал. Теперь наш оператор будет ползти на гору. Будете Вовочке помогать? Или мы будем просто смотреть?
Нет, мой Вовочка любимый. Как он там поднимется без помощи? Ой-ой-ой. Заботушка шерстяная пошла на помощь к любимочке. Бубочка, у тебя всего лишь лапки, ты ему не поможешь забраться. Давайте поднимайтесь. Помощница. Спасительница. Ну, ура! Все, забрались. Без помощи кисы ты бы так быстро не забрался. Вообще, где твоя благодарность? Вот как я забиралась, ей пофигу было. А как у Вовочка полез, так сразу. А потом, что ты меня хочешь? Это больше справедливости. Хотя, наверное, это из нескольких лет. Да, ей тысяча лет этой скамейки, ты посмотри. Понятно, я тебе про то и говорю, что ты на себе тащишь. Или на коне, я не знаю. Посмотри, какая ветка. Какая береза, бусь, залазь. Смотри, вообще. Это специально, чтобы хозяева посидели, а их леопарды полазили пока по деревьям. Идеально. Ну, груша. А вы могли бы прекрасно понимать речь человеческую. Грузилась на дерево, он такой пошла и зелень. Молодец. Пусть, а ты понимаешь, вообще русский язык на дерево залазить? Смотри, какая-то помощь. Да, есть такое. И для кого вообще здесь все строили? Чтобы вы не лазили? Береза для кого такая вообще? Классно. Залазь на дерево, смотри, какое дерево. Няш. Иди, смотри. Дензел, пожалуйста. Ой, дай. Нет, нет, нет. На дерево залазь. Удобно. Сидит на скамейке. Не, ну не надо. Дензел, что это такое? Стой, стой, стой. Дензел, сидеть. Сидеть. Вот вообще, что за собака, послушака. Буся, залазь на березу. Залазь, залазь, давай. Для тебя вообще росла. О! Даже не знаю, на какую залезть. Ед, задай пройти. Вот. Это же этот, лунопарк еще один. Естественный. А сосна рядом какая вообще, по ней тоже. Вас не перелазить.
Булочка, что видно? Что? Прогноз погоды, скорость ветра, давление. Расскажи нам. Я тоже хочу вот эти, палки залезть, я хочу вот эти. Смотри, какая. Нет. Никак. Ладно, пойдем туда. Там лазить можно и безопасно. Залез, слез. Высота. Где мой фотоаппарат? Ой, как красиво! Такое небо голубое. Такой леопардович идет. Красотуля! Как в дикой природе. Нашаманили себе леопарда. Этого помощника. Когда ты там пытаешься прыгнуть? Силуэт.